Итак, победителем приз имени Алексея Черепанова становится Никита Гребенкин. Никита Гребенкин, Амур Хабаровск. Лучший новичок Никита Гребенкин уже несется. И это он еще без коньков, он так быстро передвигается. Что он делает на льду? Никита, пару слов, что вы сейчас чувствуете? Добрый вечер всем. Очень приятно находиться здесь, в такой компании, в такой атмосфере. В первую очередь хочу сказать спасибо Василию Кошечкину, Сергею Мазякину, Денису Зарибу за то, что на них всегда равнялись, равняются и будут равняться в нашей магнитогорской школе. Хочу передать привет самым близким людям, которых я давно не видел, которые вложили в меня больше всего времени и сил. Мам, пап, я в телеке. Привет. Как ощущение? Ты на церемонии закрытия КХЛ. Позитив. Только позитив, потому что, во-первых, не ожидал, что окажусь здесь. Во-вторых, впервые в жизни увидел столько людей разных, так сказать, которых видел только по телевизору. И находиться здесь одно, ну, как бы удивление. И все по кайфу. Что более неожиданно, что ты получил этот приз или «Мама, я в телеке»? Думаю, «Мама, я в телеке» – это самое неожиданное, потому что в начале сезона не мог предположить то, что окажусь здесь в конце. Все равно ставишь в начале сезона какие-то задачи перед собой, и ну, я не ожидал, то, что так получится. Вот как раз, учитывая, что вас довольно быстро определили, я имею в виду номинантов еще там в середине сезона, ты, Ярослав, Степа, и вот потом уже Богдан добавился, да? Вот в связи с этим, именно в контексте этой конкуренции, ты вот думал, что ты их сможешь обойти? Или все-таки на кого-то из ребят ставил? Если на кого-то из них, то на кого? Я ставил на Никулина, скорее всего. Но не старался и максимально не думал об этом, потому что у меня гораздо меньше матчей было, меньше очков, как бы я вообще максимально об этом не думал. Все равно следишь за примерно своими сверстниками, но я понимал то, что мне ну, до этого мероприятия вообще далеко, и просто кайфовал от хоккея и старался выйти, помочь команде выйти в плей-офф и порадовать болельщиков. Какие теперь планы у тебя, учитывая, что сейчас вот сезон-то завершен? Готовиться к новому сезону. Я еще не отдыхал, поэтому надо как-то недельку головой отдохнуть, телефон выкинуть и начинать по-новому работать. А выкинуть телефон, это ты где отдыхать будешь? Я думаю, на рыбалке. Ты рыбак. А где рыбачишь? Где попало? На самых рыбных местах. Где-то в полях, в тайгах. Уезжаем далеко с ребятами и палатку стелим, и все, и кайфуем. А едите, что поймали, или все-таки с собой какой-то сухпай есть? С собой покупаем доширак, но мы его не едим, мы покупаем, жарим и варим только рыбу, которую поймаем. Там щуки, там мы ловим только габаритных щук, там по 10, по 12 килограмм, лещей по 5, по 6 килограмм. В общем, у нас все на хорошем уровне.